пока ехала домой, читала комментарии. В основном добрые, хорошие, позитивные комментарии пишут красивые, уверенные в себе девушки, женщины. Как какое-нибудь говнецо, думаешь, ну кто ты, покажись. Заходишь в профиль, а там такая красота, что кровь из глаз идет. Милые барышни, я понимаю, что каждая вторая из вас, которая пишет гадкие и гнусные комментарии, является как минимум мисс Вселенная. Но не всем так повезло прийти в этот мир красотками, как вы. Поэтому простите нас, страшненьких, и позвольте чуточку меняться. Ну а для тех, кто по жизни на танке, объясняю. Это отек. Так как губы я сделала 3 дня назад, он пройдет, и они станут чуть меньше. Я понимаю, что иметь губы ниточкой и нос с горбинкой для многих это предел мечтаний, но не все на это согласны. Губы. Мои губы строчильдом не дают эти дни покоя. Изуродовала себя. Губы как жопа обезьяны. Фу, какой кошмар. Милая, вам не кажется, что это моя внешность, и лишь я вправе принимать решение, как я буду выглядеть?